Жители республики стали донорами по зову сердца. В рамках акции «Помоги спасти жизнь» в центре столицы каждый желающий мог сдать кровь в передвижной станции. Собранные материалы будут использованы в медицинских учреждениях Калмыкии. Первым 30 донорам предпринимателей республики вручили подарки. Все подробности в нашем следующем видеоматериале. В числе первых, как, впрочем, и всегда, волонтеры. С момента открытия передвижной станции Центра крови волонтеры-медики после прохождения процедуры заполнения специального бланка и осмотра специалиста выстроились в очередь. Каждый из них уверен, что донорская кровь никогда не бывает лишней. Даже небольшая порция необходима для спасения чьей-то жизни. Я сдаю кровь первый раз. Я давно хотела сдать кровь. Смотрела, как сдают мои старшие волонтеры. Психологическая подготовка была в том, что просто я хочу, мне хочется помочь. Я в Москве однажды, когда была на форуме, первый раз была донором костного мозга. Мы просто была как попала в числе регистров. И вот сегодня, наконец-то, первый раз стала донором крови. Призываю тоже всех сдавать кровь, вести здоровый образ жизни. В центре крови состоялась торжественная церемония вручения звания «Почетный донор России». 20 жителей республики получили удостоверение и звание, а также подарки и благодарности. Донорство крови – доступный многим вид благотворительности. Так считают и те, кто уже более 40 раз сдал кровь и плазму. И по сей день продолжает спасать десятки жизней, порой даже не зная человека в лицо. Истории у всех доноров одинаковые. Многих сдать кровь просили друзья и знакомые. Наш коллега, главный редактор газеты «Хальмюкюн» Евгений Бимбеев тоже в числе награжденных. Сдача крови на регулярной основе полезна для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. И, кроме того, способствует самообновлению всего организма, говорят доноры. Мне как раз попросил знакомый сдать кровь. Я как раз за детским питанием шел как раз. Вот, начал сдавать по нынешнее время. И вообще очень рад, что я дошел до почетного донора. Стараюсь ежегодно сдать 4-5 раз, если в год, через каждые 2 месяца надо сдавать. Поэтому как попадает, стабильно сдавал кровь. Здоровый человек способен сдать 600 миллилитров плазмы и 450 миллилитров крови. То есть один донор может помочь и двум людям. К сдаче крови допускаются лица не моложе 18 лет, весом не менее 50 килограммов и не имеющих инфекционных заболеваний. Жительница поселка Аршан-Зельмень Любовь Санжиева имеет редкую группу крови. С 2000 года я сдаю, и у меня вторая группа, риск отрицательный. Когда нужно, мне звонят с центра, я приезжаю, сдаю кровь. Иногда просто так случайно могу зайти, если нужно мне, график подходит, я всегда сдаю. Ежегодно на государственном уровне расширяются меры поддержки для почетных доноров России. С 2023 года ежегодная выплата, которую получают почетные доноры России и СССР, станет больше. Сумма вырастет на 5,5%. Донорская выплата в следующем году составит свыше 16 тысяч рублей. Получать ее имеют право россияне, награжденные знаком «Почетный донор России». По последним данным, у нас 641 почетный донор России. Ежегодно это количество у нас увеличится от 30 до 50 человек. После каждой сдачи крови чувствуешь себя легче. И чувствуешь какой-то прям прилив энергии, силы. Поэтому я желаю тем, кто не сдавал ни разу, сдать, хоть раз попробовать. Вы поймете, как это очень здорово. Мы сейчас разрабатываем такую интересную идею, чтобы для наших доноров сделать бесплатный проезд. И сейчас эта инициатива, мы выходим на городское собрание, выходим на мэра города. Я думаю, что они поддержат нас. Ежегодно количество доноров увеличивается, отмечают специалисты. В Республиканском центре крови имеется банк данных, картотека, которая пополняется регулярно. Светлана Аджиева, Восточный альянс, Калмыкия. Это резное окошко – часть декораций к новогоднему спектаклю в Иркутском музыкальном театре. Их крепят к специальному оборудованию – штанкетам. Огромный механизм под потолком служит театру больше 30 лет. И постепенно начал выходить из строя. 10 из 42 штанкетов уже не работают. А оставшиеся со временем стали выдерживать меньший вес. Поэтому сценическое оборудование нуждается в замене. Мы лишены очень многих, с нашим устаревшим оборудованием, очень многих, таких зрелищных эффектов, которые могли бы мы делать. Допустим, даже элементарно, например, сказка. И какой-то, режиссер придумывает какой-то полет, например, героя над сценой, да. То есть это же интересно детям особенно, им нравятся такие все вещи, да. А у нас это все в нерабочем состоянии.
Поэтому режиссерам приходится откладывать задумки до лучших времен. Но они наступят уже в следующем году. Театр получит 255 миллионов рублей из областного бюджета на замену сценического оборудования. Сейчас идет конкурс на определение подрядчика. Но предполагается, что уже осенью под потолком театра появится новый механизм. Кстати, обновление в следующем году ждет не только этот объект. Театры по всей Иркутской области ждут ремонтов и новой техники. Вот со следующего года мы из федерального бюджета получим финансирование на капитальный ремонт Черемховского драматического театра. Это более 42 миллионов рублей будет профинансировано. А также мы получим более 20 миллионов на оборудование для трех театров. Это драматический театр имени Охлопкова, это театр «Пилигримы» и Иркутский театр народной драмы. Также уже в следующем году в Прибайкалье собираются открыть сразу 7 модульных библиотек и 6 детских студий для творчества, а также отремонтировать 38 домов культуры и 2 музея. На некоторых объектах работы уже начались. А за этим забором восстанавливают здание бывшего кинотеатра «Марат», которое пустует уже около 20 лет. Но уже в следующем году оно снова станет центром притяжения для жителей Правобережного округа. Ведь здесь появится культурно-досуговый центр. Работы планируют завершить в 2023 году. При этом сохранится исторический облик здания со всеми скульптурами и архитектурными элементами, так как его фасад является объектом культурного наследия. Поэтому в следующем году жители Прибайкалья получат полсотни обновленных культурных объектов. Пассажиры городских автобусов уже встретили Деда Мороза и Снегурочку. Что сказочные герои предлагали делать горожанам и что дарили, расскажет наш корреспондент Татьяна Усольцева. Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Как мы рады видеть вас именно в этом автобусе. В таком нарядном, большом, удобном. За окном такой мороз, даже птичкам на ветках зябко. А здесь тепло и уютно. Вам не холодно? Новогоднюю акцию организовало предприятие «МУ «Городские маршруты». Ведь в преддверии праздника на дороге города вышло около 30 новых автобусов модели «Волгобас». Будем еще лучше добираться до дома без всякого нервного срыва. И холодно же. Когда уже постарше, вообще хочется быстро и чуть-чуть более хорошо доехать. Ну вот в таких автобусах, мне кажется, комфортно добираться. Как вы считаете? Да. Так, в канун Нового года сотрудники предприятия примерили на себя образ Деда Мороза и Снегурочки. В этих нарядах они прокатились по улицам города. А за креативные выступления вручили подарки горожанам. Это смех, друзья, и веселых. Это пляски возле дома. Вот что значит Новый год. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Под зимой летом стройная, зеленая была. С увеличенным автопарком улан-удэнцы смогут быстрее и комфортнее добираться до работы или дома. Благодаря слаженной работе правительства Республики Бурятия и мэрии Улан-Удэ, наш город поступили 124 новых, совершенно нового класса автобусов «Волгобас» и «Пас». И мы начинаем работать с ними, выпускать их на маршрут нашего города. Сначала новые модели автобусов выйдут в отдаленные районы Улан-Удэ. Отметим, что сейчас среди водителей МУП «Городские маршруты» проходит конкурс на лучшее украшение своего авто. Искусная работа мастеров на ежегодном международном фестивале ледяных и снежных скульптур в Харбине впечатляет, как и всегда. Особое внимание уделено символу 2023 года – кролику. Выглядит потрясающе. Все снежные скульптуры очень изящные и красивые. Одним из самых заметных объектов снежного экспо в этом году стала скульптура «Мечта». Она 100 метров в длину и 33 метра в высоту. Над «Мечтой» 10 дней трудились 70 скульпторов, потратив 26 тысяч кубометров снега. Скульптура была создана на основе древнего образа небесной девы Дуньхуана и современной идеи о покорении космоса Китая, соединяя таким образом прошлое и будущее. Я привела всю свою семью посмотреть на снежную выставку и чувствую, что это большая гордость для нас, харбинцев. С начала зимы в этих широтах Китая много раз выпал снег. Его глубина достигла около 40 сантиметров, формируя естественные снежные грибы и торты. Городские службы украсили улицы 3000 красных китайских фонарей, создавая особую зимнюю сказку. Мы выросли в Шанхае и никогда прежде не видели такого снега, поэтому нам всем здесь очень весело. Наступила также пора зимних видов спорта. В спортивном центре города Цитайхэ прошел чемпионат по шорт-треку среди школьников, в котором 460
6 спортсменов и тренеров из 23 команд города боролись за золотые медали в 11 индивидуальных соревнованиях в трех категориях – группах начальной и средней школы, а также среди профессиональных юных спортсменов. Я катаюсь уже 6 месяцев, чувствую себя уверенно и с волнением жду своей первой сегодняшней гонки. Каждую зиму во всей провинции Хэйлунцзян открываются более 3000 общественных катков. На городском стадионе Хайлинь лед занимает площадь в 7000 квадратных метров. Он открыт для школ в первой половине дня и доступен всем желающим во второй половине дня. Здесь можно встретить как новичков, так и профессиональных фигуристов. Мне очень нравится кататься на коньках. Это доставляет мне удовольствие и позволяет отдохнуть после напряженного учебного дня. Зимние виды спорта укрепляют не только тело и ум, но и дух, тренируя умение достигать успеха при любых обстоятельствах. Семья Барамыгиных из Алдана к встрече Нового года готова. Хозяева наступающего 2023-го уже ждут угощений и почестей. Котик и кролик оказались в семье почти случайно, они были найдены на улице. Как животные освоились в новом доме и что готовят своим владельцам в новом году, узнали наши корреспонденты. Яблочки черныш очень любит. От этого лакомства он не откажется даже тогда, когда сыт. Еще кролику нравится внимание. Но здесь важно не перейти его личные границы. Легким почесыванием за ушками и поглаживанием спинки черныш будет рад, а вот на руках сидеть не станет. В семье Барамыгиных кролик живет с весны. Появление нового жильца никто не ожидал и не планировал. К новым хозяевам черныш пришел сам. Его нашел глава семьи. В один из прекрасных дней весной он приезжает к себе в гараж и находим там кролика. И мы посмотрели, он был очень худой. Ну и, естественно, что с ним было делать? Взяли его домой. Вот. И начали кормить, ухаживать. Вот. У меня вот дочь Татьяна постоянно его за ним ухаживает. Кормит утром, вечером. Ранее супруги Барамыгины держали кроликов, поэтому вопросов, как ухаживать и чем кормить, не возникло. К тому же в еде черныш оказался неприхотливым. Да, траву летом, фрукты, комбикорм какой-то. Совсем недавно в семье вновь произошло пополнение. В доме появился кот. С чернышом они, можно сказать, собратья по несчастью, поскольку оба оказались никому не нужными потеряшками. Знакомая попросила, чтобы я раскидала фотографию кота, который у нее живет там под окнами почти 2 недели. Она, ну, ей стало жалко и попросила тоже помочь ей найти этому коту хозяев. Она мне скинула эту фотографию. Ну, я посмотрела и увидела эти глаза. В новом доме котик освоился сразу. Ко всем членам семьи он искренне привязался. И только к чернышу пока относится слегка настороженно. В остальном же усатый-полосатый демонстрирует утонченное воспитание. Кот у нас очень воспитанный. Лоток сразу же признал. И ловит еще и мышей. Вот, конечно же, он у нас любимец всей семьи. Если по поводу клички для кролика в семье разногласий не возникло, то насчет того, как назвать котика, споры продолжаются. Кит, Зефир или Кефирчик. Взрослые и дети пытаются определить, какое из имен больше всего подойдет котику. Насчет клички долго спорили? Да, очень. Сейчас даже. Символами наступающего 2023-го станут кот и кролик. Таким образом, к встрече Нового года семья Барамыгиных готова. Полностью готова. Хозяева Нового года сулят спокойствие и стабильность, ведь и котик, и кролик – животные дружелюбные и спокойные. Любимцы семьи Барамыгиных именно такие. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.